Творческие соревнования и конкурсы, спортивные турниры, выставки, которые традиционно объединяют жителей Хабаровска и китайских городов, последние два года проходили в режиме онлайн. С началом пандемии коронавируса живое общение представителей двух стран практически прекратилось. Сложности испытывала и экономическая составляющая взаимоотношений. Сегодня с ослаблением противовирусных барьеров ситуация начала меняться. О готовности продолжать сотрудничество представители города Дзямусы рассказали во время своего визита в Хабаровск. Для развития торговли мы бы хотели получить актуальную информацию о возможностях ваших предприятий, выпускающих продукты питания, стройматериалы, а также о тех, кто представлен на электронных площадках. Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, предприниматели двух городов заждались возможности вернуться к прежнему режиму работы. Также окончание ограничительных мер, которые препятствовали поездкам за границу, с нетерпением ждут туристы. Сегодня Хабаровск готов принимать иностранных гостей. Благодаря особой атмосфере архитектуры, музеям, храмам и событийным мероприятиям, проводимым на территории города, Хабаровск является центром притяжения туристов. Также между двумя городами планируется возобновить медицинский туризм, обмен делегациями. Подробнее планы сотрудничества мэры Хабаровска и Дзямусов обсудят в конце марта во время визита в краевой центр китайского градоначальника. Александр Лихачев, Константин Пестерев, «Большой город».